Всем привет, вы на канале MyPetsPlanet, и давно не было видеороликов. Этот видеоролик будет не совсем стандартным, а именно про то, как я посетил Крым. Итак, прилетаем в аэропорт Симферополя и едем в поселок Фарос на южном берегу Крыма. Поселимся мы в достаточно крутом и дорогом санатории, который имеет такое же название, как и поселок Фарос. Четырехзвездочный санаторий. Он имеет очень большую территорию. Заходим внутрь и видим сразу человека, сидящего здесь. Не знаю, зачем он тут нужен, но эта девушка говорит всем здравствуйте и меряет температуру. Часы, показывающие время в разных городах. Приезжаем мы на 11 этаж. Это холл 11 этажа. На всех этажах все выглядит примерно одинаково. Пока едем в лифте, изучаем такую рекламу. В этом санатории прямо внутри есть кинотеатр и бассейн, так что можно почитать, когда и что работает. Приезжаем на 11 этаж и выходим из лифта. Лифта всего 3, но еще есть один служебный. Правда, на нем катаются все подряд, так как во время какого-нибудь обеда очень много людей и лифтов просто не хватает. Идем по стрелочкам в наш номер, а именно полулюкс. Он находится в самом конце коридора. На самом деле он достаточно маленький, хоть он и полулюкс, но выглядит как стандарт. Зато там есть большой телевизор, кровать и пара раскладушек. Плюс этого номера в том, что у него достаточно красивый вид. Он открывается, к сожалению, не на море, а на горы. Вот так, кстати, выглядят фотографии с, так сказать, сайта санатория. А вот, собственно, и вид с балкона этого номера. Как я ранее сказал, вид на горы. Ну и на достаточно большую часть парка этого санатория. Именно в этом парке позже я буду искать и находить очень разные и удивительные виды муравьев и не только. Вот эта церковь, в нее мы тоже позже поедем. Она находится на горе, и там есть смотровая площадка. Продолжение следует, и я не прощаюсь.